Так, сейчас будем, короче, паузить жестко при том-то. Они уже здесь. Успеете? Успели. Молодцы, парни. Все ружье нафиг сюда. Ну, на ловушках-то они не сдохнут. Или сдохнут. Да, им насрать на ловушки. Эти ловушки бы меня не спасли. Так. Сейчас надо будет как-нибудь действовать пооптимальней. Роботы все свалили. Все в порядке. Ага. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Такс. Вам пока. Почему ты достать не можешь? А, потому что там место занято, бедолага. Так, надо наблюдать здесь сейчас за происходящим. Пока будем делать вот так вот. Ага, одного не хватает. Тихо. Ребят, не насрать на ваши нервные срывы. У нас тут проблемы похуже. Так, кок. Ага, вот это опасная пушечка. Завалили мы этого козла? Нет. Не завалили. Решил, гад. Нет. Стоимся на местах. Щит у тебя сел. Отступай. Щит целый сюда давай. Щит сел. Ага. Отступи немножко. Так, щит целый. Щит подсела, нахрен с ним. Щит промахнулся. Промахнулся, промахнулся, дятел этот гребаный. Когда у вас там щит-то восстановится? Народ, у меня тут жарковато. Если чё так.
Ау! Так, щиты. На отступление. Убивай этого дятла. Ты вот этого. У кого? У этих двоих щиты восстановились. Ой, ну не полностью, но хоть что-то. Так. Прям в лоб, да? Ну не так страшно. Их немножко там осталось. А, попал. Смотри-ка. Так, ребят, там их немного осталось. Гоу сюда на добитие этого урода. Чё, справился? Справился. Так, у тебя там что по здоровью? 13 часов. Так. Ну, раздеть я их не могу. Так, дай-ка попробую их раздеть. Ну, как всегда, короче, броня мне их не достанется. Это вот хреново. Ну, броня, конечно, у них, честно говоря, говно полнейшее. Так, доктор, ты там сильно поврежден? Отгрызено? Нет. Короче, по гражданке его неси. Всем остальным спать. Спасибо за участие. Это было жестко. Так, холодильник у меня там работает. Холодильник у меня работает. Отлично. Так. Запускаем оставшихся дронов, пусть они ловушки восстанавливают. Так, а кто у нас здесь? Блин, надо этих добивать, уродов-то. Так. Как ты, извини. Но надо этих козлов добить. По любасу. Фермер, ты чего? Заболел, что ли? Я вот что-то сейчас юмора не понял. Это когда ему давал вообще убегать команду? До конца сражаться, блин. Что там? Риск серьезного нервного срыва. Иди поближе, подойди. Живучий какой. Это, наверное, тот, который меня пушечкой тут шлямзил, да? Оружие мне тоже ихнего не достанется, я так полагаю. Да. Вот единственный минус, который мне не нравится, то что не достанется мне ихнего оружия. А оружие у них топовое.
Это вот топовые ребята. Ну, одни из топовых. Здесь, конечно, есть и покруче. Но вот эти ребята, они могут так жопу намылить, что забудете, как вас зовут. Ладно, будем сейчас разбираться с тем, что здесь у нас произошло. Ну, отбились более-менее. Ну, чисто говоря, благодаря этих щитов. Не было бы щитов, это все. Это ауфидрезы. Да, уж осад серьезная. Ребят, вас тут немноговато. Так, ну здесь одни бомжи, насколько я полагаю, да? Угу. Так, одни бомжи, да? Мне нужен какой-нибудь хороший отряд ребят. Давай к скриптам дьявола. Они не такие имбовые. А, погоди, нахрена мне эти дебилы нужны? Вон, стил. Ребята топовые же. Минус 12. Так, торгаш, а почему по 13? Чип, что ли, уничтожили? Да нет, харизма, имплант есть. А, мышечная боль. Понятно. Ладно, хрен с ним. И по 13 сойдет. Чип обезболивания вообще надо им потом впихнуть в одно место. Ханк. Ага. Black Hand. Черная рука. Да. О, как оно. Значит, их против животинок хорошо вызывать. Ладно. Давай-ка. Ты вы чего? Издеваетесь надо мной? Так, ну, Волтек, который не хочет со мной связываться. Ну вот что я могу сказать? Пошли, блин, в бой. Других вариантов не вижу. Сейчас посмотрим. Ну хотя, скорее всего, они все будут строить. Ой. Чего? Я не стал ставить моды, посмотрел. Довольно, конечно, это любопытно, но моды, друзья мои, на какую-то убер-пупер гаубицу. Которая может за один выстрел 7 снарядов давать. Мне не очень-то и нравится. Посмотрю, астероиды здесь покушали вкусно. Так, блюдо-то мне оставьте, хоть уродцы. Я же... Что я не обращал внимания, что мне здесь тут лежит. Слушайте, а это интересно.
Медикаменты и так сейчас покупаю. ПМ хороший, нормально. Ладно, роботов потом наделаю. Если он дохлый лежит. Может, их вестероиды покусают за одно место? Я сомневаюсь, что-то. Правильно гуляют. Гультяи. Получается у них что-то строить или нет? Вот что мне интересно. Да. Хреново дело. Хреново, что я могу сказать. Вы там скоро? У нас тут проблемки, как бы. Я не знаю, с такой толпой народу-то я справлюсь. Гекка, ты дебил. Как ты вот бежишь-то, а? Ай, дятел. Дятел, слов нету. Так, ну это они долго еще будут строить. Чего, простите? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, мне сейчас по жопе настучат-то. Так. Я не знаю, что из этого выйдет. Блин, дракона бы взбесить. Мне бы взбесить дракона. Док, а у тебя еще ноги все искусственные? А где? У нас ноги искусственные у фермера. Ты медленнее всех передвигаешься, кстати говоря. В курсе? Вместе с Гекко. Так, от такой толпы я не уйду. Короче, ребят, гоу на базу. Вас тут проведу поаккуратней. Короче, горцуйте на базу. Мне такие медленно бегающие нафиг не нужны. Так, и доктор, доктор, доктор. Ага. И теперь нам надо быстро убегать. Беги! Надеюсь, все получится. Надеюсь, мой хитрый план сработает. Ребят, сваливайте как можно быстрее. Они не такие, смотрю, быстрые. Так, прикрыть их немножко, может, доком. Чуть нормально восстановился. Ладно, прикроем немножечко.
наступление наших. Что эта хрень еще что-то говорит? А. Это Мурня еще разговаривает, да? Так, у них гранатометы есть, да? А где продажа-то? Я что-то не понял. Понятно, это еще один, походу, уникальный гранатомет, хотя... А, это нод Rocket Launcher. Блин, а нодовские вещи, это фиг знает по какой стоимости-то. Мои все успевают, это эти успевают. В порядке, сваливаем. Надеюсь, они через дверь не пойдут. Хотя, если они пойдут через дверь... Скотина мелкая. Ой, она сейчас их отвлечет как раз, отлично. Так, Хаулер ботом, всем нахрен домой, дебилы. Домой, идиоты. Вообще-то стероидов всех сагрить. Все, док, уходи. Все в порядке. Щит, кстати, как в Mass Effect, смотрю, восстанавливается. Так, занимаемся своими пока делами. Идем, жрем, сым, срем и готовимся. Нодов иммунитет. Ни хрена у них не иммунитет. Боты все вернулись. Идите там, дебильчики. Обожаю вас. Recall all. Чё я сказал непонятного? Или он возвращается наоборот. Бешеный вестероид. Как бляха-муха сейчас вовремя. Нет, не вовремя. Драконы, кстати, огнем плюются. Правда, если подождать, там, не знаю, 3-4 минуты, и когда они сами атакуют, они тогда плюются. Ладно, у меня теперь вопрос. Ага. Не все боты вернутся домой. Как они меня достали, вот кто бы знал. Ладно, будем строить их сразу по очки 3-4. Что у нас здесь? Мы почти все перенесли.
Рогаш, у тебя чё? Че себя сам. Взрослый мальчик, не выпендривайся. Мстительный вистероид. Прощай, мужик. Чего вы такие злые-то против собственных же товарищей-то, а? Так, там, кстати, пушка-то отремонтировалась. Сейчас, секунду, надо посмотреть. Карабин, карабин, лазер, хорошо. Так. Вот сейчас что-то не вижу. Она последняя. А, вот радиум. Карабины. Хорошо, 30%. Нет, еще не отремонтировалось. Так, плохо, 72. Хорошо. Так, ладно, давай другое выберем. Я не знаю, что за калькула. Они, конечно, хорошо стоят. Очень хорошо. Может быть, нормальное оружие. Хрен его поймешь. Сейчас посмотрим по характеристикам. 4 урона, 4 выстрелов. Ну, черт его знает. Дальность 36. Может, как под снайперку можно будет использовать. Они пошли. Я надеюсь, ребят, вы все сделали, что хотели. Да, я понял. Скорость сейчас я уменьшу. Что игра так просчитать, ты не можешь ничего. Хорошая броня, кстати, у них. Очень хорошая. Так, ну по старинке, что я могу сказать. Так, кстати говоря, будем пушку проверять. Понимаю, ты косой в три дуги, друган. Такой радиус, конечно. Неплохой радиус у него, мне нравится. Ребят, это не горит, идите нафиг лесом. Это что такое? Ребят, я вас обожаю. У вас там чё? Чё у них там творится с собой? Чё они не поделили, вот интересно? Дебилы! Ой, дебилы! Ой, дебилы! Кстати, они ни хрена не отступают. Ой-ой, будет больно. Не ловушки, что ли, уничтожают? Вот дело. Так, я даже не знаю, что и сказать по этому, блин, поводу. Надо этих нафиг вырубать. Хотя, может, и не надо. Я вот сейчас вот то мне объяснит их поведение, скажу спасибо. Так, очень много гранатометчиков, да? Очень много гранатометчиков. Иди сюда.
заходи. Ходи, блин. Не понял, почему ты сюда встать не можешь? Стоп, кого-то нету, что ли? Что за нахрен? Что за ересь? Почему я сюда не могу встать? Блять, что, простите, за бред такой? Гасите этого урода, гасите его срочно. Слушайте, они что, не сдаются серьезно, что ли? Нет. Насрать, по-моему. Это будет больно. То есть оружие этих уродов еще и взрывается. Так. Ты иди сюда. У меня хоть один гранатомет-то их не достался? Я чувствую, нет. Ну да. Они, может, специально, кстати, уничтожили это все. Вроде один есть. Нет, кажется, мне вообще ни хрена не досталось от этих козлов. Ни одного гранатомета. Дай-ка посмотрим. Что-то мне сложилось впечатление, что они стреляли именно по гранатометам. Да, нету тут гранатометов, они именно по ним и стреляли. Странная тактика такая, я вам скажу. Кстати, а что если аноды представляют? Это вообще, в принципе, люди? О, это, в принципе, люди. Мне такие люди нафиг не нужны. Так, 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 так. Ну, отбились горем пополам. Но то, что они атакуют собственные гранатометы, это уже тревожный знак. Это слишком хитро. Ну да ладно. Отбились и отбились, и хорошо.